поддержке местных инициатив по республике, по всей республике начала работать. Программа поддержки местных инициатив стартовала в Республике Башкортостан в конце 2014 года. ППМИ предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов, наиболее важных для сельских поселений, направленных на благоустройство территорий. При этом отбор и реализация проектов в поселениях осуществляется при активном участии населения. Одной из инициатив нашего села будет являться детская игровая площадка. На сегодняшний день проведено организационное совещание, собрание жителей села, на котором наши жители выбрали проект игровой площадки, в которой будут ходить различные горки, тренажеры для взрослых, грибки, качели для детей, для занятий здоровым образом жизни, где жители села смогут прийти и заниматься на этом комплексе, как скажем, игровых площадок. Основные направления проектов – объекты культуры и спорта, места массового отдыха населения, детские площадки и ремонт дорог. Финансирование осуществляется за счет субсидий из республиканского и местного бюджетов, а также за счет вкладов населения. И реализация проекта предполагает неоплачиваемый вклад населения. Это проведение экологических субботников, помощь в посадке и помощь стройматериалами. 23 января 2017 года в здании Дворца культуры Юшрек состоялось собрание, на котором были определены члены инициативной группы и решались вопросы по определению выполнения работ в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив. Эта программа уже стартовала в 2017 году, и в рамках этой программы можно получить на решение наболевших вопросов порядка 1 000 000 рублей. Инициативные группы были определены ряд мероприятий, население эти мероприятия поддержало, решили собраться по 200 рублей, что составит 15% от стоимости реализации этого проекта. Также население поддержало вопрос о приобретении и размещении в парке культуры и отдыха села Ермолаево в рамках, опять же, реализации проекта поддержки местных инициатив «Место для отдыха детей и взрослых», в которое там планируется установить порядка 15 различных элементов, начиная от горок, балансиров, уличных тренажеров, где могли бы проводить приятное время наши жители. Эта площадка послужит, чтобы наш парк имени Шота заиграл в новых красках, чтобы слышали здесь детские голоса, а также и взрослые занимались здоровым образом жизни.